Здорово всем. Это мы. Да, всем, с вами Тихий Болкин, громкий Слейд, у нас погоня. Они просто спросили, мы вначале орём все время и разрывают уши. Ну да, это вот. Ну так вот, и они что-то там, короче, форсаж устроили. Они за этим лекарственным грузовиком. За лейкопластырем, да. За лейкопластырским грузовиком. Ну, конечно, молодцы, уехали. Он сейчас останавливается или как? Он что, где копы? Пропил ему почти все шины, по-моему. Ты что, в него и стреляешь? Нормально человек? О, копы. А почему за мной их нету? Не, не пробиваем из стекла, не могу убить вылез. Что будем делать? Есть предложение? А, типа, если мы сядем за руль, мы его не сможем выкинуть? Я не знаю. Знаю, что если мы взорвем дверь как-то в синглплеере, он взорвется, меня убьет. Точно? Тут какой-то просто бочонок около двери. Подожди, стоп. Кто? Там около замка, там стоит какая-то фигня. Смотри, сюда подъедьте. Погиб. Она исчезла. Щербин, держи. Супер. Олеся и Тамара. Дина, Диана, Динара. Нам писали подписчики, чтобы угнали с помощью Гагабова, подцепили лодку. Это, по-моему, бредовая идея. У него закрыто внутри. Копы совсем что ли охренели? Маленькая проблема, я за... У меня чувак не двигается, он привет. Помочь? Да, столкнемо. Так что, подожди, нельзя в него залезть? Он его, не, да, нельзя в него залезть. Щербин, прикрой от копов, я попытаюсь взорвать все-таки. Подожди, дайте. С помощью взаим... Сейчас мою тачку конфисковали, угадал? Угадал. Че, дверь взорвать? Не надо. Одну как-нибудь посередине, легонечко прикрепи. Но у меня копы тут надо как-то... Херопы. Че, прям посередине? Угу. Покрепил. Да подожди ты меня, без меня не надо. Ну я не взрываю, как бы, я понял, что тебя надо ждать. Не взрывать. Взрываю. Я бегу. Если меня бьют копы, я им прощу. Плохо. Там коп. Там бьют. Кто-то Илюхинсон, по-моему. Ну, Илюхинсон, ёпка. Давай. Вот, чё. Чё выпало? И чё внутри? Понятно. Стой. Отлично. Это а стой, что, это большой куш? Сколько? Ну, сколько-то, не хочу. Ничего не... А, ну значит, видимо, когда ты начал это, значит, нужно было именно топовать. Надо сразу просто, наверное, это делать. Он очень много катался, мы тем более умирали. Вот бедняга-то, а. Ну чё, давайте возьмём какой-нибудь пузовик, пояс, погодите, я от копов, мне до того от копов уйти. Он был хорошим бойцом. Я у сутра разборки, бля. Он был отличным бойцом, что. Но он уснул. Я подобрал свой же мёртвый калаш. Он закрыл глаз и никогда его не открыл. Аминь. Ты сказал, оу! Можно я, кстати, да, точно? Садись назад. Точно. Отлично, мы зайдём на горзи. А я не могу помчить назад. Подожди, реально не могу. А, нет, стой, 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 что он делает? Я нажал, куда он пошел? Какой искать написать, а куда можно? Только... Сибирская, наверное, можно. Мне Тревор опять дает задание за... Тревор опять дает задание, уже четвертую серию подряд. Закрыто! Плохо. Ну вот вам и серия, попытайтесь меня остановить и вытащить из машины. Да, блин, а... Что? Легко. Ты думаешь, я в одиночку даже? Давайте без взрывчатки. Вот. Я в одиночку справлюсь. Где мой верный дробовик? Щербин, понял? У меня пробиты все четыре покрышки. Я дрифчу в любом повороте. Щербин, без взрывчаток, не взрывать. Да я... Может, от копов уйти с меня сначала. Я от копов гоняю. Так подожди, тебя нельзя с самого стрелять. Можно, да. Так это легко туда. Да, легко. Мне кажется, еще и копы помогали будут, отлично. У тебя дверка не открывается. А, нет, ты ошибся. Как ты нормально вообще? Не нормально, я боком валю. О, давайте, ребят, помогайте. Блин, мне звезду дали за тебя сейчас. А тебя не пробитые, слышь, по-моему? А? Тебя не пробиваемый стекла. Не знаю, я поэтому говорю. Попробую не вынести. Так я, подожди, я чувака выносил. Кажется, у тебя их нету больше. Да сука! Это было очень долго. Я предлагаю ехать. Я не знал, что эти стекла нужно пробить. Только я чувака убивал так. Не знаю, может, ты как-то по-другому его убил. Почему Щербин в другом месте? Чего я? Подавился с своим языком. Быстрее садись ко мне. Чего я? А, это не ты. А, значит, не, а мне к тебе не садиться, да? В смысле? Ты говоришь, быстрее садись ко мне, а это не ты, как будто мне нельзя. Не отстреливаться от них, или мы просто... Ну, я не знаю, мы все равно будем сейчас тырить там. Как ты? Ты вообще понял, что ты сделал? Мы убили одного человека, да? Нет. Я вообще не понял, что было.
Все поняли. Ты понял, что было? Что было? Ты вообще не понял, что было. Кстати, там все на серии мусоровоз заржали. Серьезно? Там мусоровоз. Тренировку сломался, вот не можешь пройти? Это тачка. Ой, сейчас будет мясо. А! Повезло. Там забегло, что было сзади. Залетун космический, как говорят. Не выполнил. Ребят, вы куда едете? За тачкой. Мне навелась. Там чё? Бабу. Там кровяга, смотри какая. Кстати, подожди, мы с тобой одного цвета приду. Ну, синий, но не синий. Почти. Почти. Он стреляет или ты в него стреляешь? Нет, не важно. А туфелька это чё? А, да. Ты куб. Да я понял уже. Казино можно? Казино? Кстати, да, вот короче, кто помнит, в какой серии я... Он зацепился за штачку, ну ладно. Кто помнит, в какой серии я говорил про казино, то, что его добавят? Там как раз сейчас слухи появились, то, что его добавят. Напишите там. Понятно, было, что его добавят, там же есть закрытое здание с надписью казино. Ну так вот, я был прав. И все, че вы? Там... Да, тут моя машина, кстати. Ну так я и говорю, мы все сбили. Сейчас мою и твою, все вместе. Так. Это диски страшно. У тебя страшно диски. Ты в дверь вышел, в смысле, в огород. Не кажется, это будет 40... 40 лайм. Красавчик. Спасибо. Давай, через разные. Хотя ладно. Открывай. Издеваешься? Сука, я въехал в край. А, за поездом давайте, быстрее, чтобы весело было. А, там... Вот это вот сейчас вот... Чербинин! Я на другом конце был. Я ничего не знаю. Разнес вас. Я на другом конце был, я это... через поезда приезжал. Как привет, я умер? Поехали, поехали. Да черб... Ну спасибо, как что... Как меня вынесли, я объясню. Так, тихо. Я поезд хочу догнать. Держите его, значит. Как, да, может мне его сейчас остановить, скажи? Копы, ты что делаешь, туннель? Остановить поезд? Нет, не останавливай, лизи. Пока коп. Ой, ну проблема. Сейчас, тихо, аккуратно. Can you bring him around? I can bring him around. А, он что-то какой-то поезд злой. Злой? Тихо, стоять. Можете помочь? Я еду. Доктор. На ковре. Сама. А мне нихуя не внизу, механик. Это кто справа от меня? Я. Я? Я. Блять, Сань! А. Сколько лет тебе? 20. Сколько мы с тобой знакомы? 5. А Щербинина? 2. 1. Очень похоже? Ну. А почему я прицепился к ма... По-моему, это ужасно сейчас. Вот то, что сейчас произошло, это реально ужасно. У меня голова торчит теперь. По-моему, вода сейчас меня Ирина назвала мне сестрой. Не сестра моя, включи меня. У меня прав... Щербин, ты запрыгнул. Блин! Нет, дождь. Ну да, вот отлично, на заднем приводе и так сюда не заехать, так еще и дождь подскользнул. Что, следить за ним? Не, знаешь, упускаю его. Ты мою машину-то видел, как она выглядит у тебя? Машина бывает раз. Ну а, хорошая. У тебя тоже классно. Спасибо. Почему ты сворачиваешь, когда я у тебя проезжаю? Дай. Я тебя не трогал. Я хочу под поезд заехать вот сюда вот так. Гайс. Че? No, I'm behind you. Так мы тебя ждем. I know, but my car is so slow. Я хочу за карту. This is no, it called Karin Astirope. Сань, как ты налево заедешь? Ну как тебе сказать? У меня проблемы небольшие, совсем чуть-чуть. Да очень маленькие. Очень маленький проб. О, guys, you are alright. Stay right there. English. I right behind you. English Syrian? Yes. Terrible English with bad pronunciation. Pronunciation? Pronunciation. No English subtitles. Only. Wow, I see the train. Sit? Блин, ну что ж такое-то, а? Да, я не знаю, на что я рассчитываю. Видел? Машина отличная, мне жалко, честно. Что про... Чего я еще... Нет, только не это, только не... Умещусь! Уместился? А, вы уже впереди, мне нравится. Ну все отлично, с машиной. Hello, Shibinen. Hello. How are you? Короче, мне интересно. Мне интересно? Где ты? На чем он, кстати? Он на какой-то это. За сука, зачем? Как я попал? Не знаю, как ты попал, не надо. А. У меня. Почему нет? Сань, снимай.
Че снимать-то? Че? А че будет? Я один ничего не вижу. Он слева. Черпи. А че, где он? Нет, где? Нет, 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 какая Кагава? Щербинин, вот можешь? Я сейчас убью. Не чё, надо, Илья, что случилось? А. Я на поезд шатаю. Идите. Меня сейчас разнесёт, кажется. Да, да, конечно. А, я сейчас был реально под поездом. У меня занижено, кстати. Илья, как тебе моя тачка? Много спину, мне кажется. Щербинин, мне кажется, я... Спину. Я под текст... А, ты под текстурками был? Был. Да сплыл. Можно так, можешь не сбивать? О. Стой, у меня нога торчит лево. Тань, посмотри быстрее на это. Ну. Смотри, у меня левая нога торчит. А! Нет, не торчит. А, торчит. Что, что ли? А у меня колеса нет. Саня! Подбираю. Садись. Садись быстрее. Садись ко мне. У меня нога левая торчит, помогите, ребят. Ну. Не знаю, я нажал. А, на задний хочешь сидеть? Повесить на задний, ты ёбнутый, что ли? Это единственное место, где можно сидеть. Я хотел на заднее правое туда уж сесть, на заднее правое, мне кажется, еще повыше. А почему она меня уперлась рогом? Ну, в смысле? У тебя шины нормальные, кстати. Тебе тоже нравятся? Угу. Они от трактора у меня просто. Похоже? Я хотел попробовать от трактора сделать. Может, не сейчас не запомнился? Прямо отсюда. Мне кажется. Блин, тебе нормально? Мне просто стучит в голове не может. Ай! Яй-яй-яй, мы, по-моему, палим... Ну, да. Я отлично занизил себе капот. Точно, а с другой стороны поехать там, где мы сидим. Не, вопрос. Тихо. Алло. Чё? I have a little question. Во. Do you think is this interesting to see? Yes, the series video right now. Video now? Video right now. Yeah. О! Тебе не больно? Мне, ну, немножко затылок почёсываю. Почёсываю. Приятно, ты знаешь, чешу затылок. Ой. Сейчас вот нормально будет. О, нормально, да? У меня нога торчит левая, по-моему. Да, ой, ёб ты, экстремальнишь. Головой, наверное. Щербинин. Помог. О, у тебя голова торчит. Где? Что за... Почему? Чё? Нормально, что с ним ты переворачиваешься? Слушай, мне надоело с ним ездить, можно уже как-то... Давайте, да, в город. Добрались. В смысле, едем в аэроп... Нет. Сань. Чё? Откуда? Там трек? Что? Трек? Откуда? Откуда он тут? Чё он промок-то? Трек пошёл. Спасибо, что посмотрел. Подожди, давай сравним компетишн. Компетишн. Говорит, что ли? Поехали туда. Скаргейм, куда? Быстрей. Это Скаргейм, да. Смотрите, я никого не врежу. Я тоже. Смотрите, я сейчас проеду никого. О, видали? О! Санчес, мой! Мой! Я мало подогнал. Ничей! Их теперь два. Их один. А, вон еще один валяется, отлично. Он начал меня стрелять? Не, вообще уже не стреляет. Все в порядке. Блин, какого хуя он такой стоячий? Че? Он все еще стреляет. Я блядь, предлагаю, блядь, короче, так. Стреляет. Тихо, тихо, тихо. Слышите? Кто он залез в мусор? За мной, быстрей. Не стреляют. Короче, задача Ильи подбить нас. Не используя пистолета. Быстрее, Щербинин, ну где ты там? Че? Сань, это очень сложно. Давай подбивай. Ну. I can bring a round. Нет. Слышно? Дай раунд, Щербинин, там именно так и говорится. Ну чё, слабо что ли? Не выебывайся. Ну, подбей. Чё-то ты не сможешь как-то. Ну давай, давай, да? У меня трафик быстрее собьёт, чем... Давай, 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 вот именно, кстати. Щербинин, откуда взялся впереди, мне интересно. Ну это была подстава Щербинина только что. Как вам стоечка на голове? Как он там прилетел-то, а? Регистратор, видели? Регистратор, ёпта. Ладно, серия закончена. Что? Она была немножко... Ебанутый, что ли? Всем пакет.